Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить The Walking Dead 400 Days. У нас из 5 персонажей осталось 4, и я предлагаю начать сейчас играть за Винса. Он, во-первых, идет в списке в самый первый, если считать слева направо. И, во-вторых, мне интересно, что же это вот за девушка, которую, наверное, расперла не только во все стороны, но и во все щели. Сисястая такая, очевидно, ей очень хорошо, и она выпила гораздо больше, чем наш азиат, у которого... Глаза хоть и узкие, но еще не так размазаны, как у нее. Что ж, жмем на Винса. Так, идет загрузочка. Ну, как всегда. Проклятье, я сказал тебе, что это не я, мужик. А мужик, ну же, я сказал тебе, наверное, уже раз 20. Я даже не знаю твоего брата. Слушай, а Винс такой отвязный парень. Тебе же сказали, не знаю твоего брата. Че ж ты стреляешь? Ну, Джеки Чан какой-то прям. И то, Джеки Чан редко когда кого в фильмах убивал, он в основном пиздил просто. Так, ну это, я так понимаю, еще эпидемия даже не началась, раз еще полиция даже где-то там ездит. А Винс-то парень... Черт! Так, давайте бросим пистолет по-быстрому. Вот, блядь! Вы спрятали улик. Ну, то, что ее спрятали, бесполезно, это потому что там отпечатки пальцев остались на ней. А, все-таки его поймали. Считаешь, Винс стал зэком. Винс, второй день с начала эпидемии. Окей. Мужик, прекрати. Предупреждаю, у нас код 1055. Больше не могу слушать это дерьмо. Стоим уже 2 часа, думаешь, пробка скоро рассосется? Я что, регулировщик, что ли? Мы должны были прибыть в тюрьму еще час назад. Влетит мне? Ладно, давайте поговорим с заключенным, вот, который сзади. Это впереди какой-то приебнутый, он еще ногой мотал нам. Давайте сзади поговорим с чувачком. Так, еще же все... Цепочь, какого хрена, мужик? Что? Ты знаешь. Завязывай. Господи, парни. Ты меня заставишь? Да. Эй, Винс, Джастин меня заставит. Так. Давайте угомонитесь, дебилы. Он первый начал. Эй, приятель, может ты откроешь это сраное окно? Это тюремный автобус, придурок. Окна не открываются. Эй, Джастин, видишь того парня в раздолбанном грузовике? Бьюсь об заклад, он живет в этом грузовике. Ты, наверное, отобрал у него дом, все сбережения, черт, да уверен, что ты и собаку его забрал. Приятель, ты украл его собаку? Я никогда не крал у таких ребят. Во всяком случае, это лучше, чем украсть его девственность. Эй, сколько раз я должен повторять тебе? Понеслась. Серьезно, меня ложно обвинили. Так, давайте, мы все в одной лобке. Мы все на одном лобке, чуваки. Смысл в том, что я не такой. Так, говорю вам, парни, я не боюсь это признать. Я сейчас очень скучаю по своей девушке. Но, думаю, она весьма озлоблена на тебя. Все гораздо хуже, друг. Она не желает со мной говорить. Я уже несколько месяцев не слышал ее голос. Это и вправду бесит, прям, ну, по-настоящему. Так, давайте, ну, позвони ей, чувак. Как бы, ну, он ее любит, конечно, да. Ты должен позвонить ей, когда мы приедем. Нужно разобраться с этим дерьмом. Я знаю, ты прав, друг, первым же звонком. Дэнни, я знаю, что ты это не осознаешь, потому что ты, скорее всего, ты сломал жизнь твоей бедной девочки, потому что ты кусок говна. Громкие слова от белого воротничка, а сколько жизней ты разрушил, малыш? Какая разница? Так, субтитры пропали, ну понятно, Винс, походу, я думал, ты встал и разрыдал в суде, разве ты не потерял контроль и не сказал, что не ведал, что творишь? Я соврал, оказалось, у меня это хорошо получается. Ты соврал в суде, видишь, я такую хрень никогда не делал. Давайте, ну это сложный выбор, ребятки. Зачем сидеть больше времени, чем нужно? Нужно оставаться чистым, приятель. Сказал преступник. А знаете, что самое смешное? Я ни о чем не жалею. Я имел дело со своими жертвами много лет, и они знали, во что... Вляпались. И вот я здесь, а они там, и ублюдки с Уолл-стрит с таким же успехом улыбаются нам с экранов ТВ. Нахуй. Это. Давай спросим, как он живет-то после этого.
А? Чувак, как ты поживаешь? Легко, я не думаю об этом. Кстати, сколько ты стащил? Достаточно. Что, около пары сотен кусков? Чуть больше сотни. Миллион. Черт возьми, парень. Когда мы выберемся отсюда, ты, я и Винс, мы должны замутить дельца, понимаешь, о чем я? Знаешь, а ведь я и на самом деле ничего не знаю о тебе, Винс. Давайте скажем, я помог своему брату. Младшему, тем более. Они за это тебя отправили в тюрьму? Он был в беде, я должен был помочь ему. Я так и знал, что это было что-то глупое. Ты сожалеешь об этом? Давайте скажем, ну да, каждый день жалею, прям агония у меня. Каждый день, но что поделать? Да, сочувствую. Как они поймали тебя? Бросил пистолет в мусорный бак. И на следующий день какая-то глупая шавка перевернула бак, пацан нашел его и сдал. Да ты прикалываешься, чувак, черт, невезучий ты Винс. Невезучий Винс, ха, неплохо, как думаешь, Джастин? Говорю тебе, мужик, завали ебало. Ну и хуй ты сделаешь-то? Я пошел нахуй, сам пошел нахуй, долбоеб. О-о, вот это ворот. Ох ты ж, блядь. Так, Крабтри, беги. Ну-ка, давай, отпусти его, чувак. Эй, Крабтри, не заставляй меня идти к тебе. Он убьет его, Винс. Пусть с этим охраной разбирается, парни. Да ну нахуй, мы должны вмешаться. Не стоит влезать в это дерьмо, Дэнни. Винс, мы должны сделать что-нибудь, ты знаешь, это неправильно. Так, помоги ему, Дэнни. Давай, чувак, нельзя. Ух ты, черт, гребаная цепь слишком короткая. Крабтри, я тебя последний раз предупреждаю. Он не слушает, мужик, ты должен вмешаться. Действуй, мужик. Да ну же, парень, иди туда. Ладно, придурок, отпусти его. Так, врежь ему, чувак. Какое последнее предупреждение? Врежь ему! Вот так вот. Все правильно, так и надо. Ебать! Боже, что случилось? Что ты сделал, парень? Черт возьми, парень, ответь! Черт, этот парень еще жив! Сними браслеты с него! Так. А может, этот парень стал ходячим уже, пока качает... Что это было, черт возьми? Давайте, никто не должен был умирать. Это безумие. Хоть я, в принципе, за то, чтобы его грохнули. Вот что происходит, когда выхватываешь оружие... Ой, доверяешь оружие кретинам. Ёбаный в рот, нужно позвать кого-нибудь. Мужик! Что? Так, нет, давайте... Он может быть еще жив. Вызывай гребаную скорую, мужик. Мне нужна минута, чтобы подумать. У тебя нет минуты. Заткнись, ты слышишь меня? Закрой пасть, сука. Так, давайте, все успокойтесь, чуваки. Всем нужно, блядь, успокоиться. Ситуация и так паршивая. Он прав. Давайте умерим пыл, лады? Слышь, ты чё разошёлся-то, петух, с дробовиком? Сынок, ты действительно еще раз хочешь нажать на курок? Кишка-то не лопнет? Сучок. Вот и все. Thanks, man. Спасибо, старик. Кто-то там корёт, короче, ребят. Ну, у меня, знаете, вот, ну, понятное дело, эпидемия началась, у меня есть такие мысли, то, что сейчас чувак, которого задушили, вы это видели? Он сейчас в зомби ведь превратится. Я видел. Так, да. Эй, ты должен вывести нас отсюда, никуда мы не поедем. Да ну нахуй, заводи автобус. Эй, водила, поехали, мужик. Я сказал, мы останемся здесь, в автобусе, мы в безопасности, ничего. Не... А, ну вот, ну пиздец, все, чувак, давай ебус. Так, дробовик пора хватать. Биз, о боже. Так, эй, нужно позвать кого-нибудь. Ты меня слышишь? Нам нужно... Охереть, отличные охранники. Господи. Так, какого хрена, мужик? Назад, блядь. Так. Окей, только не говори, что сейчас так не дотянет до нас. Ты в этом уверен? Лодыжка не позволит. Черт, будем... Что будем делать, парни? Так, нужно найти оружие, в первую очередь, чуваки. Дробовик поднимай, какое оружие? Где оружие охранника? Да-да, оружие, отлично придумал, Джастин. Бибер. Так, а где оно, блядь? Думаю, он упал на него, дробовик под ним. Ох, ебать.
Ну сейчас, конечно, еще и охранник превратится в зомби. Потрясающе просто. Давайте, жмем Q быстрее, пока это тоже, сука, не окочурилось. Так, хватай ствол, приятель, бери его, Винс. Так, так, ты, вы что, я... Какой? Я успел нажать на левую кнопку мыши, вы что? Так, выхватываем. Давай, Винс. Пристрели этого, давай. Отлично. А, окей. Главное, чтобы еще охранник не стал зомби. Ой, осторожней, мужик. Извини, извини. Черт, я поверить не могу в это дерьмо. Ты можешь поверить, что это дерьмо, старик? Нет. Нужно найти способ выбраться отсюда. Так, погодите. Давайте сейчас... Во-первых, давайте сейчас еще у охранника ключи поищем. Только как бы он сам зомби-то не стал. Что ты делаешь? Ничего не получится, пока мы не избавимся от этой проклятой цепи. Может, у него есть ключи? Сейчас, чувак... Блин, охранник сейчас проснется. По-любому. Ничего. Вот, блядь, если у него не было ключей, тогда где они, черт возьми? Он, наверное, оставил их возле кабины. Так... Может, нам в каком-то веке везет. Дэнни, не надо. Что за хуйня? Черт возьми, Дэнни, ты вечно, блядь, как ляпнешь что-нибудь. Да пошел ты нахуй, мужик. Мы должны убраться отсюда, пока не нагрянул кто-то из них. Ой, веселье начинается. Она долго не протянет. Винс, гаси, блядь, их из дробовика. Так, подождите, может... Давайте-ка все-таки начнем стрелять в цепь. Воу-воу, эй, Винс, осторожно, не получится. А может, получится? Нет, я обсосался, прошу прощения. Давайте валить зомби. Так, ну это, конечно, херня, надо в бошку стрелять. Я думаю, ты только разозлил их. Да-да-да, побереги патроны. Так, и что ты мне предлагаешь, чувак? Ладно, давайте как-нибудь так, рукой что-нибудь сотворим сейчас. Так, бессмысленно. Как, черт возьми, мы выберемся отсюда? Должен быть выход, мы можем просто отстрелить цепь. Я же уже стрелял. Нет, ее не разорвать. Как насчет манжет? Если мы прострелим одну из них, цепь выскользнет. Ты что, ебанулся? Как думаешь, что произойдет, если ты выстрелишь из дробовика вблизи чьей-то ноги? Ну как ты думаешь, что произойдет, если мы не съебем отсюда, Винс? Дай мне ствол, мы должны это сделать. Так, ну-ка назад. Что происходит? Эй, воу, давайте, короче, отдадим ему ствол. Прости, чувак. Иди ты нахуй. Быстрее. Ну-ка, давайте. О. Давай еще раз. Слушайте, чуваки, да тут, по-моему, уже можно не стрелять. Ой. Это не повезло, чувак. Давай, пошли. Слушайте, ну вот это херня. Нет, вы... Бросьте, мы не можем этого оставить. Чуваки. Ну, Винс, помоги ему хотя бы как-нибудь, понеси его. Херово. Хотят признаться, вот этого, которого мы выстреляли в ногу, мне больше был симпатичен, вот если честно. Но... Блин, ребятки, вот такая история у Винса. Хотя, я так понимаю, тут... Пока не важно, как мы решили поступить, с кем убежали, потому что все равно на этом история закончилась. Возможно, в дальнейшем дополнении мы с этим героем еще встретимся. Потому что что с первым нашим афроамериканским пацаненком, что с Винсом, как-то, ну, истории вообще не закончены. И только, знаете, как предисловие раздразнили немножечко, показали нам такой, я не знаю, кусочек титьки, и все, и тёлку убрали. Что ж, так не канает, я надеюсь, будет в дальнейшем еще какой-то... Дополнение там 800 DS, где поподробнее расскажут про этих героев. Или они будут во втором сезоне. Ну что ж, ребятки, на этом мы с вами прощаемся. Осталось 3 персонажа, на которых мы также посмотрим. Ну а пока с вами был Эстер. До новых встреч. Пока.